Поездка на трамвае 25 от Останкино до Сокольнической заставы. Поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю, чтобы в этом году у вас все было хорошо. Желаю вам счастья и здоровья в новом году.
по-прежнему необходимо, пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта. Северный вход. Следующая остановка – Академия противопожарной службы. Thank you.
Академия противопожарной службы. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – Ярославская улица. В салоне трамвая держитесь за поручни. Ярославская улица. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – улица Бориса Галушкина, дом 17. Галушкина, дом 17. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – площадь Академика Люльки, Центральная городская деловая библиотека. Академика Люльки, Центральная городская деловая библиотека. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – станция юных натуралистов. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки «На поручни». Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта.
языков. По требованию. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – Ростокинский проезд. Ростокинский проезд. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – Большая Ширяевская улица. По требованию. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручне. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Оленья улица.
Следующая остановка – Майский бросик. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Следующая остановка – Огородничья улица. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Поехали на Гамаре 25 от станции на дом Сокольнической заставы. Всем спасибо за просмотр.